неделю в Бомбе что-то все полетело. Программа не то, что полетела, но не загружается. Сейчас что-то включу. Информация в интернете, каким способом можно остановить связь. Всю эту процедуру вроде бы что-то грузится. Я надеюсь, что она будет грузиться, потому что хочется, чтобы видосик загрузился. Иначе у меня экран не грузится. Ты монтируешь порядка полутора телефона. Видосики загрузились, все работает, все грузится. Фу, моя работа не была потрачена. Ты что? У меня сегодня второй день из трех дней, которые я не должен слушать музыку, я поставил себе такое испытание не слушать музыку в течение трех дней. Получается, уже два дня прошли, точнее, один день прошел, идет второй день. Хочется послушать музыку, но решаюсь слушать. Почему? Потому что я уже перестаю получать удовольствие от прослушивания музыки. Для меня просто стало как такая привычка почистить зубы. Нет никакого изысканного наслаждения, поэтому такой думаешь, надо себе немножечко сделать. Все, ребятки, наконец-то я закончил монтировать ролик о поезде в Сочи. Еще надо добавил один видос, короче, все это рендерится будет, и вуаля, могу теперь полноценно заняться фотосессиями в камышах. Видите, как я назвал папку, в которую должно рендериться видео. Пожалуйста, сохрани видео, пожалуйста! Три дня! Мамуля делает вкусную шаурму. Офигеть. Наступило время попробовать мамину шавуху. Мясо жестковатое, да? Yeah, baby! Lightweight! Lightweight, baby! Yeah! Lightweight, yeah! Lightweight, это божественно. Это божественно. Почему мы не делали это раньше? Не знаю. Почему-то мы как-то... Мы стеснялись. Наверное, боялись нагрузить нашего друга. Смотри на меня. Да, смотрю на себя. Красава. Гоша, кто это? Сыночек обезьянка. Это твой сыночек? Да. Он любит меня того, что он охраняется своей полосатикой. А как ты его жалеешь? Не плачь, да? Покорми его. Хлеба. Молодец. Приветствуем. Как пахнет. Сейчас так у меня будет пахнуть. С праздником тебя. Спасибо. А что ты мне цветы не даришь? Друг твой, Олежка, ты чё? Олежка, здоровайся, друг твой, ты чё? Приветствую. Привет. Холодно, всё, заходи домой. Для влога, Ксюша, скажи что-нибудь подписчикам, своим фанатам. Это топ, это круто, это супер-пупер класс. Спасибо. Меня пригласили сюда в 10 утра, помогите, пожалуйста. Я работаю за кусочек... Молчи, я тебе сказал, слышь. Так, все хорошо, давай начинай позировать. Ого, это пик. Пизанская башня а-ля березка. Так, ладно. Я вновь вернулся на место, где когда-то ходил в разведку. Точнее, на прошлой неделе. И, к сожалению, вот что я вижу. От камышей вот что осталось. Все поджигали. Ну, большую часть. Ну, если только в той стороне, если, конечно, они и там еще не успеют сжечь. Большую часть прожигали. Ну, даже не знаю, плохо это или хорошо. Это просто факт. Начинается опять жгут. Подписчики, мама сейчас будет играть в видеоигры на моем компьютере. Ладно, шучу. Давай, Гоша, иди.